Итак, всем привет, дорогие друзья, меня зовут Эдисон, и сегодня, я не знаю, как это можно назвать, и, ну, точно, что не конкурс. Ребят, я ищу артёра, художника, можно так сказать. Действительно, мне это нужно, так как у меня не очень-таки много времени, чтобы самому делать все картинки и это всё. Поэтому, дорогие друзья, это не конкурс, времени тут нету, то есть вот там в течение одной недели или еще такое. Суть в том, что кто умеет рисовать, кто знает рисовать арты, дорогие друзья. Вот правило, не правило, а просто как это можно сказать. Нарисовать арт на любую тему, но на любую тему обо мне. Как бы вот так можно сказать. И если вот так, например, на любую тему, то... Я не говорю, что кто-то там может вот так сделать, но и может кто-то сделать, что найти какой-то арт, да, выдать за свой и просто выложить его. Нет, дорогие друзья, нарисовать арт на любую тему, но на любую тему обо мне. Выложить в альбом в группе ВКонтакте, ссылка будет в описании на группу, заходите, выкладывайте в альбом, который называется «Фанарты». В описании под своим шедевром, если вы действительно знаете рисовать, оставить в описании свои контакты, где, как с вами можно связаться, или, например, я могу написать в том же контакте, но лучше все-таки скайп. И рассказать немножко о себе, так как сколько вам лет, например, это действительно нужно знать, если имеете желание, можете это рассказать. Ребят, мне действительно очень нужен артёр, я могу сказать... Если действительно будет хороший человек, который мне действительно очень понравится, с которым действительно будет приятно общаться, который будет действительно адекватным, в принципе, если он действительно знает очень хорошо рисовать, в принципе, я могу сказать, что с этим человеком я буду общаться даже потому, что он хороший человек, если он будет ним. И также можно будет с ними иногда и поиграть, иногда и записать, иногда и поиграть в какие-нибудь игры и действительно с ним общаться. Так что, дорогие друзья, если вы действительно адекватный человек, если вы умеете очень хорошо рисовать, если вы адекватно относитесь к тому, что вас просят, что вам говорят, если вы адекватно на все реагируете, дорогие друзья, делайте арты, выкладывайте в группы, я буду смотреть все, если, конечно, наберутся какие-нибудь арты, то это нет тут никакого ограничения времени, что вот неделя, чтобы кто-то нарисовал. Если будут появляться арты в группе, я буду всегда смотреть, и когда я найду подходящего человека, который мне действительно будет нравиться, который будет адекватный, который действительно знает свое дело, и который действительно знает рисовать, я сразу же напишу, я сразу же потом выложу видео. Все, дорогие друзья, я нашел артёра, вот он, иногда мы будем с ним играть, ну, в принципе, он будет моим хрен его знает, как бы это можно назвать. Ну, в принципе, все, дорогие друзья, я все сказал, мне действительно нужен художник, рисуйте арты, выкладывайте в альбом, если вы адекватный человек и очень, если серьезно относитесь к работе, которая от вас требуется, ребята, участвуйте, не участвуйте, а выкладывайте свои шедевры. Я буду действительно очень рад познакомиться с новыми людьми, если они действительно творческие, то мне еще более будет приятно. Участвуйте, дорогие друзья. Всем желаю удачи, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.